А не холодно так? Нормально? Пока нет. А давно уже стоит? Какие ожидания от игры? Победи, да? Как думаете, не пожалел Спартак, что отдал Жано и Самеда, которые так результативно сейчас выиграли? Я не могу за Спартак рассуждать. Но вы довольны? А? Вы не довольны? Очень. Спасибо, Спартак. На. Чао, Массимо. Чао. Массимо Каррера впервые приехал к Спартаку после увольнения. Приехал тренер посмотреть команду. Он же написал. Обсуждали это? Нет, никто не обсуждал. Все готовились к дерби, в принципе. Знали, что да, через пресс. Никто из игроков с ним не общался, не общается? Ну, я не знаю. Я лично не видел его, может кто-то и общался, а я нет, не видел. Поддержка трибун была хорошая. Спартаку не на что жаловаться. Ну, Глушаков поддерживал после гола. Ну, после гола, а да. А вы как? Нет, ну, по-моему, он хорошо играл сегодня, особенно первый тайм. Ну, как вы относитесь к тому, что вот эти перечеркнутые восьмерки, то, что нравится? Ну, болельщики должны поддерживать команду в любой ситуации. Олег Георгиевич только приступил, поэтому я думаю, что в его адрес не надо метать стрел. И сразу создается команда. Правильно? Что вы меня нашли? Мне? Как? Вы сегодня забили, но трибун снова очень бешеные кричалки лошади. Как вот сейчас, когда столько времени прошло, вы можете что-то прокомментировать? Да никак, я уже говорил. Если у них есть какие-то претензии или ко мне вопросы, я всегда готов ответить. Я с самого начала предложил встречу, так что я могу каждому из них с фан-движения объяснить ситуацию, если что-то какие-то есть ко мне вопросы. И встречаться, если мне организуют эту встречу, я всегда рад пообщаться и урегулировать эти все вопросы, потому что я думаю, что это не идет и не красит Спартак. Денис, почему после гола решили показать на номер? В смысле, на номер? На фамилию? Да. Что это моя фамилия. Я горжусь своей фамилией и ее, свою фамилию в обиду не дам. Спасибо. Главные итоги матча таковы. Денис Глушаков забил гол и заявил, что готов встретиться с фанатами. Артем Дзюба не забил и вообще ничего говорить не стал. Массимо Каррера успел сразу на 2 футбола в Москве, но Олег Конов сообщил, что в Спартаке все только строится.